Сегодня у нас на завтрак идеально быстрый и правильный бутерброд. Готовится он проще простого. Бутерброд с помидорами и сыром. Возьмите помидоры, батон, лук и сыр фета. Начинаем готовить. Для завтрака нам необходим батон. Берем два кусочка, отправляем на сковороду подсушиваться. Это у нас будут так называемые гренки из батона. Пока батон сушится, подготовим помидорную начинку. Для этого вырезаем сердцевину и помидор будем нарезать кубиком. Помидоры нарезали, отправляем их в чашу. Нарезаем лук. Отправляем к помидору. Сюда же рубим зелень. Можно использовать любую зелень. Если у вас есть базилик, он идеально сюда подойдет. У меня есть петрушка, поэтому я добавлю ее. Добавляем немного масла, соль, перец. Все это дело перемешиваем. Если желаете, можете придать помидорам кислинки. Добавьте сюда сок лимона, либо простой уксус. Гренки готовы. Необходимо на них намазать сыр фета. Можете использовать творожный сыр, можете использовать плавленый сыр. В общем, какой хотите. А мне этот бутерброд напоминает греческий салат. Помидоры, сыр фета, красный лук. Вкуснотища. Выкладываем сверху помидоры. Бутерброды с помидором и сыром фета готовы. Желаю вам хорошего дня и приятного аппетита.